Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем прямоугольный торт. Сам торт бисквитный. Размер его 25 на 35 сантиметров. Прослойки крем заварной масляный и киви. Украшать будем белково-заварным кремом. Ссылки на все видеорецепты оставлю в описании под роликом. Сначала делаем черновое покрытие. Выравниваем. Как легко и просто выровнять прямоугольный торт, ссылку оставлю в описании под роликом, а также вверху в подсказках справа. Окрасим крем в нужные нам цвета – желтый, красный, зеленый и черный. Мешком с тонким отверстием будем рисовать цветы сбоку торта. Сгладим поверхность рисунка мастихином. Обведем контур цветка тем же цветом. Сердцевину сделаем черным кремом. Мешком с тонким отверстием зеленым кремом нарисуем листья и стебельки.
черным кремом обозначим край торта. Внизу отсадим бусинки. Насадкой тюльпан сделаем цветы, похожие на лотос. На гвоздик наносим основание из крема и отсаживаем лепестки. Тычинки отсадим черным кремом. Также сделаем бутончики. Насадкой листик зеленым кремом отсадим листья. Торт получился 4,5 килограмма. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного. До новых встреч!